Перми изменились условия восстановления льготных проездных документов. Как рассказали в Гортрансе, для блокировки старой карты и приобретения новой теперь можно будет просто прийти в один из пунктов выдачи и пополнения льготных проездных документов. Для того, чтобы получить новый проездной документ в случае утери или повреждения старого проездного, с 21 числа можно будет не обращаться в МКУ Гортранс, прийти напрямую в пункт пополнения, там заблокировать утерянную карту и получить новую. При получении новой карты введена плата в размере 71 рубля. При этом ранее в случае утери проездного документа не было возможности восстановить поездки, которые остались на предыдущем проездном. Теперь такая возможность есть. После того, как человек получил новый проездной в пункте пополнения, он может обратиться в МКУ Гортранс и восстановить те поездки, которые ранее не использовал. Новые правила предусматривают и вариант переноса поездок, когда человек по каким-то причинам оплатил проездной, но в течение месяца не смог воспользоваться лимитом ни разу. Еще одно нововведение в том, что Гортранс теперь может заблокировать карту, если проездным будет пользоваться другое лицо. Это сделано, во-первых, для того, чтобы посторонние люди не могли воспользоваться чужим проездным документом в случае его там утери, кражи и тому подобного. И, во-вторых, для исключения злоупотребления со стороны самих пассажиров, которые иногда передают свою карточку знакомым, друзьям, родственникам. Для того, чтобы разблокировать карту, необходимо обратиться в МКУ «Гортранс» и предоставить документ, на основании которого проездной был получен.